Ну, то есть берешь, наводишься на группу врагов. Убейте преступника! Охерим, посмотрим, там где надо, пацаны. Реально, вот ружье. Ружье, понимаешь, им стреляют. Просто вот из него вылетает пуля прям в лоб. Она разнесет бошку прям вот тут конкретно так. Не смертельное оружие. Понимаешь, это все не смертельное оружие. Все от лукавого. Вот особенно вот этот вот дробовик, офицерский мушкетон. Посмотри, пожалуйста. Да-да, я его первым смотрел. Абсолютно не смертельное оружие. Вот из этого дробь вылетает в живот, так чтобы кишки на позвоночник намотались. Зачем же он? В голову просто. Да. Туда голову прям засовываешь вовнутрь, блядь. Вот там вот. Да-да-да. О, там дальше какая-то порнуха происходит. Не трогай. Сейчас я их не смертельным оружием. Незаметно, блядь, я сейчас не... Незаметно, не смертельным оружием, со всеми вытекающими. Давай. Готов. Абсолютно не смертельное оружие твоим. Разборка питерская. Сейчас я... Не надо было лезть. Вы аккуратнее, у меня тут не смертельное оружие. А что, у меня какой-то пистолет есть, оказывается. А, стартовый. Сейчас, погоди. Я незаметно убил. Да в смысле он живой? Он живой остался! То есть как? Здесь положило всех, а он живой? Не-не, выполнено задание. Ты же не смертельным оружием его. А-а-а! Ты где там? А, ты тут не смертельным оружием. Я такая аллея трупов, блядь. И Димон такой с несмертельным оружием такой тут стоит, разбирается. Он спит. Чувак, нет, чувак, ты посмотри. Ты вот сейчас просто вот смотри, вот здесь какая-то книга, да? Что-то вот, смотри, и вот это вот найти. Найдите секретный тоннель якобинцев. Ты посмотри, пожалуйста, и вот сюда, вот на этот выключатель, посмотри, пожалуйста, найти. Вот где же он может быть? Где же? Что это такое подсвечивается? Так что за дверью видно, твою мать. Блядь, вот это миссия, вот это головоломка, вот это да. Как? Нашел, смотрю, да? Ох, какая анимация, чувак. Блин, надо ачивку за это давать, за то, что я эту головоломку решил. Как же нам решить эту загадку? Загадка, ебать, Нострадамус. Совместите светящиеся объекты, блядь, вместе, нахуй. Если у вас не получится, скачайте читы, блядь, я не... Моды, блядь, или купите DLC, блядь. Пиздец просто. Где это? Вон она катится, светится, блядь. Я не пойму, почему я стою на месте. Ну как это? Я подавно. Да это физика все. Смотри сейчас, какая штука будет. О, мы решили загадку. Там факелы зажглись, когда мы... Блядь, мой мозг болит от этой игры. Просто это даунизм какой-то. Он играет на батоне французской булки. Я так понимаю, что он хотел играть на флейте и хотел писать, а его мама отправила его играть на барабанах. Опять. Да, именно так я и хотел пройти. Вот пиздец, блядь. Вот он, блядь. Ровная, сука, дорога, блядь. Ровная, блядь. Просто пробежать вперед. Нет, ты че, паркурщик, блядь. Давай, братан, ты сможешь. Еще чуть-чуть. Да, давай, чувак. Димон, стукни его. Человек прям явно видно, он очень торопится, он делает саботаж, то есть. Такой прям. Ага. Саботажный. Да, саботажный гусь такой. Да, сейчас, еще чуть-чуть, да, такой нехотя. Сейчас труп потащим. А смотри, какой план. Делаем вот так вот. Сейчас тут туда и вот так вот. Обеспечиваем прикрытие, так сказать. Почему они живы все?
Я понял. Димон, я предлагаю, чтобы толпа ничего не нашла, просто распугать толпу. Давай еще пару выстрелов по толпе. Слушай, как демонстрации 1 мая? Ну серьезно. Это что такое было? Ты спотыкнулся, что ли? Мои! Сука! Нет, мой! Псина, блин. Найди себе своего стражника. Вот это так мило, они здесь стоят. Димон, ты убиваешь? Ты убиваешь всю романтику этого города. Они больше не хотят встречаться, потому что один думает, что это пёрнул она, а вторая думает, что это пёрнул он. Да, да, смотри, в разные стороны зашли, только собака осталась. Да. Смотри. Слышь, ты псина, блин. Ща ебало разобью. Слышь, ты шакал. Встань тоже, давай пообщаемся с ребятами. А чё, раздражать тебя? Ты слышишь, что я где хочу, там и стою, ты понял? Это свободная страна. Шакалы, блядь, да? Я въебал, отвалю, блядь. Они себя ведут так, как будто... Стиль прохождения агрессивных школьников. Слышь, ты меня ещё раз спину толкнёшь, я тебе, блядь, въебал, выстрелю. Ты прикинь, как они себя ведут? Straight through the doorway.